Ребят, всем привет. Сегодня у нас ночная рыбалка на плоту. До этого два раза были неудачные. Даже не стал делать видео. В этот раз нам точно повезет, так что с морем, ребята, не переключаемся. Ветер радовый. Ну вот у нас пока так. Сейчас выравниваем территорию и начинаем приступать к самому основному роду деятельности. Под легкую музыку. Ты все четыре хочешь кормить? Или начнем с двух крайних? Не, давай через одну сделаем. Что скажешь? Да, глубоко. Кайфанешь, когда плотвичку будешь тащить. Угу. Так, что тут? Какую будешь сейчас? Давай все закормим, бог с ним. Да. Пускай валяется на дне прикормка. На, возьми, пожалуйста. Да, лед хороший. Где-то 50, да, наверное, сантиметров где-то. Больше даже. Чуть ли не метр практически, да? Скажи. Ага, ну вот. Сейчас разберемся. Смотри, нам надо вот тут всякие штуки убрать и в одну мотыльницу скинуть. Ту дозу, да, которая нам нужна. А ты червя как насаживаешь там? А не целого, там одну треть от червя надо. Прям половинку типа, да? Ну да, одну треть были даже. То есть типа вот так, да, смотри? Да, 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 самое то. Я знал, что я идеален. Так, ребят, ну у нас 9 только выставились и уже одну плотычку цапнули. О! Онлайн. Давай. Кинг-Конг? О, хорошая, да. Клевало хорошо. Прям такие потяжечки. Возможно. О-о-о! Нифига себе, да это трофей, мамка. Икряночка. Покажи-ка ее на камеру. Сейчас, на червячка. Видишь, не зря червя взяли. Хорошая уже такая, грамм 200. Пакетик поможешь имениннику открыть? Давай. Слушай, приятненько тащить тебя. Приятненько то, что клевать сразу же стало. Именинник. Блин, зря сюда начал тащить. Так немножко надо сделать. Ты потом для себя реши, как ты будешь делать. Я уже понял. Хороший плотву, смотри. Угу. Ладушка. На червя. Опять же, да? Да. Так бы никогда, скажи, Макс, если бы не я, бы ты не подумал бы об этом. О червя? Да. Ну да. Червячок-то раздает. Так, а мы тут хотели как раз плитку включить, купленную только что. Но плотыца не дает это сделать. Блин, давай лишнее все уберем. Так, ну это ты вот эту вот свою куртку убирай. Куртку не могу убрать. Куда я ее беру? Взял? Угу.
Опять на крючок, смотри-ка. Не нравятся им мормышки. Ты как бы, ну, понимаешь, что на тебе ответственность какая-то есть. Ну да. Что это за бред? Блин, ну зачем так быстро подсекаешься? Зря поклевку прозевал. Смотря на меня. Не увидел, как ты как рыбу клевал. Блин, неплохая рыба-то. Ты посмотри. Ну вообще бомба. Вот это вообще, это пока самая крупная, по-моему, да? Да не, помельче моя. Вообще офигенно. Только ногам холодно. Ногам холодно, я не знаю, что ты там носишь. Мне тоже жарко. Кинг-Конг? Нет. Брыкается какая-то как-то. Даже не как плотвичка. Ну, плотвичка. Ну, плотвичка. Ну, тоже за счет вроде прошла. Ну, нормально. Прикинь, начал выключать камеру и увидел у себя поклевку. Да? Ну, вот эту удочку, да. А вот теперь... Взял? Да, тоже нормальная, но не фантастическая. Такая же, как у тебя. Побольше. И опять на пустой крючок. Нормальная. Она вся тут у нас нормальная, да? Ну не вся, у меня там мелкие попадались. Нормальная как раз таки, да. Нет. Ты видел, да? Я, ну, самую последнюю видел стадию. Ну, подсекать же надо было, правильно? О! Такую ненавязчивую поклевку. И все-таки взял. Блин, и мне показалось, что больше, когда тащил. И опять же. Нормальная? Да. Даже, возможно, Кинг-Конг сошел. Есть контакт? О, эту зацепил удочку. Ага. Забери плоту, я в натяге держу. Потому что зацепила эту. Да вот зачем ты так кинул? Я не кину, аккуратно. Ты должен... А, все. Вот эту давай сюда. Кину. И ты отцепил там все. Ну, я видел остаточное явление кивка от поклевки. Ребят, ну что у нас, 11 часов. Рыбка клюет такой вялотекущий постоянный клев. Ну, то, что надо. Раз, как говорится, в 10 минут рыбку достаем, где-то килограмма 2, наверное, уже взяли, да, Макс? Подтверждаю. Вот. В общем, отлично проводим время на Ладоге, ребят. Отлично проводим мой день рождения на Ладоге. Максовский день рождения на Ладоге, все правильно. Так что, ребят, напишите Максу поздравления. Фиаско не приношу на камеру. Андрейка. Такая ж как моя-то. Да нет, пурпнее. И сразу удивительно, да, что вот она клюнет, подсечешь, все уходит. Ой, хорошая. Вообще очень адекватная. Такое ощущение. Смотри, какая. Снимай-ка. Да сам снимай свою рыбу. Да застал, блин, мне тут напрягать, блин. А что такого? Да, в следующий свою, ну, мне, да, я тебя сниму. Хорошо. Мне неудобно, что ты видишь, я же держу, что не запуталась. Опять засекается. Опять, да, какие-то вот децельные поползновения. То на одну, то на вторую. Теперь на эту смотрю.
один взял. На такой мизерной просто поклевке. То есть все-таки она, ну, не задевает, а именно клюет. Не очень вроде большая. Опять крючок. Ребят, заметили, что лучше всех работает обычный крючок. На мормуху гораздо меньше поклевок. Соответственно, сейчас на вот эту вот удочку. У тебя клет, там клет, 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 клет. Там то, что так. Ставлю крючок тоже вместо одной крупной мормышки. Вот это клюет. Выкачиваю. Положу удочку. Под жопу тебе положу аккуратнее. Средненькая. Нормально там. Дает. Ну как средненькая. Хорошая. Сейчас вот этот крючок поставлю. Как на правой удочке. Возможно, получше пойдет. Взял? Да. Ну, клево, как рыба, блин. Сразу вниз потащила. Огонь. Красава. Так, ну надо что-то менять, да? Ну вот на крючок херачит и все, помоги. У меня только что был на мормышку все. Секи там, если что. Взял же, да? Да. А что? Ускользнулся. Я думал, ты удочку там. Ух ты. Да, свиноплатва. Так, все, сюда я ставлю тоже червяк этого крючка. Сейчас посмотрим, будет ли разница. Поправь эту удочку, пожалуйста. Угу. Так, отрезок 12 ночи. О, онлайн поклевку смотри. Давай, тащи, Макс. В общем, рыбка поклевывает. Килограмм, наверное, 5-6 уже, наверное, взяли. Так что супер вообще рыбалка. Не очень большая, но есть. Вот. В общем, получаем огромнейшее удовольствие от рыбалки, ребят. Ловите плотву, не стесняйтесь. В палатке ночью — это одна из самых приятных рыбалок в зимний период в нашей области. А, сидит. У тебя ты что-то когда она проще, что ли, подсекается. Реализация лучше у тебя почему-то на этих удочках. Опять. Подлещик, что ли? Угу. Свиноплатова просто. Опять крючок. Прошу любить и жаловать. Сейчас пелемешек бомбанем. Макарошками? С пюрешкой. Новый газ под пельмешки. Кто-то забил, либо закончилось. Там много воды, конечно, налил нам. Ну, подвыли чуть-чуть. Можно не всю пачку забрить. Давай полпачки, а полпачки потом, если что, завязим. Понял.
Это что вообще такое? Взял? А, нифига, она просто со мной шла. Я думал, она вообще взяла ее, почему, видишь, нормальная плотница. Можно подсекать. Секи, там рыба сидит. Угу. Нормально, что ли? Ну, нормально, да. Ну, у нас, по-моему, последний раз, последнее время мелочи, в принципе, и нету. Угу. Опять на крючок смотри. И загладь его там. Видишь, какой поклевки я ее взял? Просто с... Ну, она как-то так еле-еле так. Да, но самое главное подсечь, когда кивок шевелится. Если ты в этот момент подсекаешь, как на кодышке, блин, опять за кромку. Да блин, у меня походу... Сошла? Не-не-не. Сюда там. О, зашла. Да, плата такая. Два раза цеплялась за кромку льда с этим крючком, блин, заглатывает. Мама, не горюй. Вот такое у нас убежище. Сидим вообще одни в Ладоге. Ни души. Никто не ловит. А мы порем. Сидим в тепле. И кайфую. Платичку полавливаю. Сики. Середнячок. Угу. Вальнул. Дух. Вот, вот, вот. Вижу, вижу, вижу. Средненькая. Даже. Я бы сказал бы даже. Ну как вот средненькая? Большая здоровая плотва. Че? Вот, Макс, подсеки. Какая? Вот. Вот это? Да, секи, секи, секи. Здесь вот, наверное, сейчас подсеку. Ой. Неплохая вроде. Давай. Супер. Вообще. Добренько. Так, ребят, у нас время 3. Сейчас промежуточный улов взвесим. Макс не верит, что здесь есть десятка. Я думаю, что здесь 8. Я думаю, что там все 10. 8,5, ладно. 9,800. Ну ты это с ЛБ-то сними. ЛБ. Еще. 7,5 ОЗов. Ну, я же сказал 8. 8, да. Батя, ну, в деле. В любом случае. Обычно я попадаю, сейчас ты попал. Ну, восьмерку взяли, уже хорошо. Конечно, конечно. Еще восьмерку возьмем. Давай. Вот это, вот это, вот это, вот это, тащи. Ага. Это тоже клевало? Да, видимо. Возможно, я сейчас... На нытье, слышишь, Макс? Только ты сказал. Возможно, я сейчас займусь ею. Оп, опять за этот, блин, за кромку постоянно цепляется. Но она гуляет, потому да, что... Да, сейчас придется ждать, просто когда она выйдет. Вот так и произошло. Я разберусь с ней. Да, ребята, просто волосились со светом. Телефонами подсвечиваем фонарики на зарядке. Так что как-то так. Плотва клюет. Блин, так брыкается там просто. Вот там... Кинг-Конг. Вот такая вот вся мерная плотва. 150-200 грамм.
невзрачненькая, но сейчас подсеку в любом случае. Ага. Что, типа нормально, хочешь сказать? Средняя. Вот такая даже средняя. Свина. В принципе, да, мы. Взял? Да. Хорошая. Возможно, меня. Возможно, сик. Да, адекватненькая. Огонь! Чуть не так заводил. Блядь. Еще так закрылся. Держи вот этот, согревай пока этот баллон. Тебе на подконец дала жару. Ребят, время 4. Клев, бомба. Плотва не перестает интересоваться нашими опарышами. Вот. Палатки тепло. Все супер. Взял? Угу. Конг? Не, мелочь. Возможно, отпустим. Не, нормально. Нормально, согласен. Одень фонарик мой на голову. И? Вообще. Мелочь? Адовая мелочь. Ну хотя это зачем? Нормально. Просто она вообще походу не рыпалась. Стандартничок разбуянился. Тихо, тихо. С лету клюет. Опа! Шпаклевка. Не понимаю, что это. Надо сечь, наверное. Блин. Получается, поторопился, хотя она так проклевывала. Таких я дохера подсек с такими поклевками. Опять начинает. Оп, блин. Да коленки болят. Что? Да коленки болят невыносимо. Такое слово называешь. Невыносимо было, если бы у нас вообще бы ни одной поклевки не было. Мы тут высаживали. До 7 утра, блин. Да, и обратного пути не было. О. А у нас, видишь, как все. Рыбка клюет постоянно. За кромку льда бы еще не цеплялась. Хотя так даже интереснее. Лифтанул. Такая ядерная поклевка. Соответственно. Сорвалась в самый последний момент. Что там за гинконг у тебя рыпается? Это побег? Да нет, это камазов. Ну, такая же. На второй, на четвертый метр. Эх, по губам. Блядь, неплохо.
На эту удочку что-то сразу заходит. Уверенный по клевке, блин. А там что-то, блин. Не это. Что там у тебя? Не поплёвывается чуть-чуть. Взял. А? Да вот на вторую удочку, которую сейчас взял. Сейчас, буквально 10 минут и всё. У меня буквально еще 10 минут, и я готов к выходу. К надвинному выходу. Плотвина окушинная. У ней так и не было, да? Ну, пару ершей. Пару ершей? Угу. Так, ну все, пришло твое время. Рыбка все там сидела. Ну, так все. Нормальная рыбина, кстати, вроде. Не хочет заходить. Свина? М? Свина. Так, ну что, у нас время 6:30. Пришло время медленно, но верно собираться. Поскольку клевало всю ночь практически. Как говорится, не было времени спать. Ну вот улов, ну я не знаю, тут достаточно рыбы, сейчас покажем. Так, ну самое долгожданное, как выглядит этот улов со стороны, общий улов. Ну это бомба, я не знаю, что сказать, это улов просто супер. Вяленка обеспечена. Так. На долгие годы. Надо быстрее раздавать, чтобы еще был стимул ехать за новой партией. Да, некоторые такие прям свиньи хорошие. Ну, две такие очень хорошие. Да, вот это вот. И где-то самая там одна из первых, скажем так. Друзья, ну что, вот такая вот у нас результативная ночка получилась. Наконец-таки адекватно выступили по плотве. Давайте, ребят, скоро увидимся. Всем удачи и пока.